Семена флокс Drumonda красотка в голубом, Drumonda красотка виголабом, высеивают в открытый грунт в начале апреля или в августе. На рассаду посев производят в марте. Участки выбирают открытые, солнечные с питательной рыхлой почвой. Растения любят влагу, но следует избегать застоев воды или близкого, менее 15 см, пролегания грунтовых вод, кусты достигают 25 см. Период цветения – июль-август. Цветок флокс-красотка в голубом около 3 см в диаметре. Соцветие пышное, плотное, насыщенного голубого цвета, с легким ароматом. Хорошо смотрится в групповых посадках, альпийских горках. Флокс Drumonda красотка в голубом – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок, каменистых горок. Флокс прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает флокс Drumonda красотка в голубом в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветы имеют средний аромат. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.